Если говорить про стимулирующие действия, допустим, алоэ тоже очень хорошее. Лучше алоэ, наверное, в некоторых случаях и нет ничего. Да, действительно, алоэ очень хорошее стимулирующее действие обладает. Единственное, что не всегда есть возможность в алоэ обрабатывать. Плюс после сока алоэ иногда семена сильно слипаются. Это не очень удобно, бывает. Но, в принципе, если кому-то кто-то прикипел душой и сердцем к этому способу, честь им и хвала. Бога ради, что называется, да? Ну вот, а насыщение, вы говорите, оболочки зерна, это что может быть? Смотрите, дело в том, что основные питания, которые мы, элементы питания, которые должны именно в семена внедрить, это микроэлементы. Когда поливаем ими потом, толку практически никакого, они мгновенно связываются в почве, и растение усвоить их не может. Поэтому предпосевная обработка, то бишь замачивание, это самое лучшее время туда их внести. И существует достаточно немалое количество препаратов, которые могут это сделать.